Друзья, всем привет! Сегодня пытался несколько раз заснять для вас поздравления. Блин, вообще, то ли день сегодня не мой, то ли что. Короче, смотрите, короче, до конца, что мы пытал, как я пытался и что из этого получилось. И хорошо, что Елена Степановна мне помогла в этом. Ну и всех с праздником, естественно, с Днем Защитника Отечества вас поздравляю. Так что здоровье, самое главное здоровье, друзья. Здоровье, благополучие, мирного неба над головой. Сил вам, новых планов, всего свершения, всего. Так что, ну все, смотрите мой ролик, пишите комментарии. Так, всем привет! Из деревни Окуня, Омской области, Муромцевского района. Да. Хотим вас поздравить с Еленой Степановной с праздником, с Днем Защитника Отечества. Да. Это один из самых важных, почетных праздников для каждого человека нашей страны, символизирующий мужество, патриотизм, отвагу, силу духа и самоотверженность. Особое значение он имеет в этом году. Потому что в этом году 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Да. Когда мы с гордостью вспоминаем ратные подвиги наших дедов и прадедов. Восхищаемся героизмом, стойкостью и любовью к родине. Ведь благодаря им мы сейчас стоим перед вами. Да. Спасибо им и низкий поклон. Так что мужчины, мальчики и защитники Отечества. И самое главное. Берите пример с дедов и прадедов. Самое главное, что День Защитника Отечества — это всеобщий праздник. И не только люди военных профессий. Мы все, даже люди мирных профессий, мы все делаем одно общее дело. Трудимся на благо и процветание нашего российского государства. И в этот замечательный день желаем вам крепкой любви. Крепкого здоровья. Крепкого. В этот замечательный день желаем вам крепкого здоровья, любви, новых побед и свершений. И пусть благополучие, мир и достаток всегда сопутствует вам и вашим близким. Вот так вот. Мужики, с праздником! С праздником вам! Ну все, пока. Вот и сам. Вот. Так, ну а я продолжаю для вас снимать ролики. Ролики по заказу. Блин, некоторые ролики зависли у меня. Зависли от того, что у меня не хватает свободного времени. Свободного времени на окончательное завершение данных роликов, что я задумал сделать. Ролики несвойственные некоторые для меня. Ну, есть там ролики по технически касающиеся части, там, что там был отснятый материал, есть по блокировке, надо это все свести, смонтировать. Потом по гидросистеме трактора, вот вы мне писали, расскажите, сделаю, ребят, все сделаю, просто всему свое время, навалились дела, работа. Поэтому приходится вот так откладывать какие-то дела, выполнять ту работу, за которую меня просят работать. Что-то сегодня, блин, завел колесо спущенное. Здесь стоит без камер. Где я его пропорол, не знаю. Короче, накачал. Колесо накачал. Поедем кино показывать детям. Ну и проконтролируем. Потом после обеда надо мне в районный центр съездить. Муромцево. Там в Муромцево дела кое-какие есть. Серьезные. Между прочим, касается вас, друзья. Я еще раз повторюсь. Ну, наверное, говорил. А, я писал вчера, что я продолжаю снимать для вас ролик интересный, на мой взгляд. Чё получится?
про мистику, мистический. Так. Дети уже ждут. Ну что, поехали? Поехали. Так, едем сейчас в наш сельский клуб. Там должны к нам прийти дети на кино. Так, отключусь. Отключусь я вам, друзья. Все, приехал я в клуб. Ключи мои. Вон там школа, детский сад, тире. Сейчас зайду, откроюсь. Короче, надо будет сейчас мультики буду показывать. Детские. Вот так вот приехали мы. Куда мы приехали? Вот сюда приехали. Дали Владимиру Петровичу вот такую штуку. Крест-накрест. Вот такой у нас сервис у нас такой. Понятно? На всем экономит. Не чтоб вызвать мастеров, чтобы они ему там открутили и сняли. Вот такой жадный. Самообслуживание. Так. Там аккуратнее, машину не сломать. Да. Люди не поверят, скажут, дома. Нет, не дома. Вот. Тут у нас шиномонтаж. Там что у нас? Автомагазин. А дальше автомойка там. Что, открутить? Так ты зря поднял. Ну. Кино там смотрят мужики. Понятно, не захотел отрывать их. Сериал поди какой? Или эротику? Хрен узнает, ты же видел. Покажи рекламу. Где? Вот здесь мы обслуживаемся. Так я говорю, мы приехали вон сюда. Рекламу. Вот. Сейчас адрес покажу. Тут даже мейл есть. Электронный адрес. Пожалуйста, Муромцева. Вот сюда приезжаем, когда дома не хотим делать машину. Ленимся. Так, шиномонтаж, автомагазин и автомойка. Хороший бизнес. А там он Владимир Петрович сидит. Да. Это мы, собственно, красивые. Вот это мы на сервис приехали. Хорош сервис. Самый замечательный. Дома-то мы не можем покрутить колесо. Нет, тут это. Бескамерные шины. Это. Хорош колесо. Чё? Сейчас проверим. Там-то нельзя снимать. Все, ушел. Ушел. А здесь вот, наверное, магазин просто такой. И все это у нас у дороги. В ту сторону город. Трасса пошла на город, он машина пошла. Так, там вот церквушка у кладбища. Вот такой у дороги. Автосервис. Шиномонтаж, автомагазин, автомойка и магазинчик, если что-то нужно в дорогу. Ждешь, можно перекусить зайти, наверное. Ой, пока ждешь
Это, наверное, елки с Нового года. А, вот, пожалуйста, удобство. На улице. Мы же сибиряки. Мы только на улице. Здравствуйте. Елки. Палки. Нашли дырку. Да? У тебя это, шарфик он торчит. Длинный сейчас. Нашли дырку? Там снимать ты не будешь? Как работает? На! Не хочет брать камеру. Заходи. Не, у меня телефон там в этом. На, сейчас зайду. Вот, да, покажи. Как ты гайки крутишь? Не, вот это. Где? Вижу. Вижу. Ты так чик-чик. Типа шип, да? Нет. Ну я еще такой технологии не знаю. Не, ну это. Я по старинке знаю, как камеру разбортовать, камеру достать, заклеить и дальше. А такую еще не знаю. Нас, короче, такому не учили. Отстал и ты. Ну у нас не было таких без камер, без колес, когда я училась. Встал. Крути давай. Может, приотпустить его? Затянешь? Или ты еще это, равномерно? Ну. Вот. А с той стороны тоже бескамерная стоит? Да я не помню, где-то стоит, где не стоит. Ну, в городе, который передний сделали. А, да, надо, там с камерой, да. Там с камерой. У меня вот 50 есть рублей? Да я с карты сниму. А, там можно картой платить? Ну, да, наверное. Или смотри. У меня мелочи нету. Бумажной нету. Вот она как-то ненормально. Не приспущено. Нормально. Нет, два очка так и есть. Поехали. У вас же терминал есть? Впервые вышел в рейс. А в магазин можно? Все. Где в интернете смотрел? Сколько делал, варил ее? Один день. О. Резина без цепей же хватает? Конечно, хватает. Она только в лед плохо держит, а по снегу она хорошо идет. Поднимается этим. Лебедка? Лебедка. Он в бампер специально лебедку маленькую поставил. Бампер еще не доделал, не покрасил. Тоже сварили, сами делали. Сколько лопата обошлась по стоимости?
где-то около 2, наверное, 2500. Покупал? Я покупал квадрат. Бочку. Ну да, да, да. Профильное железо. Да, бочка и... так была. Она с 3,5 состоит. Сделана. Потому что не хватает. Раньше в интернете было написано, что бочки хватает, но у нас сейчас таких бочек нет старых. Эти сейчас маленькие бочки. Пришлось доставлять. Нанимать не надо никого. Сам выехал, почистил. Да? Да. Это уж добавил, чтоб не гнуло ее. Да, это когда зарезал, сырую землю еще была сырая, осенью попала. И эти вот растяжки, да, поставил. Да, и растяжки сделал. Потому что выход лопаты длинный получился. Ну. Они обычно короткие делают, а здесь 1.5 метра выход лопаты. Крепление просто к мосту сделал. Ну, обычно с рамы берут, но раму берет. Ну да. Первый раз делали с рамы. От рамы крепления брали, рама гнет. Рама слабая. Ну тут дешевле, легче мост заменить, чем раму. Она не разбивает. Вот второй год резинки. Все говорили, что вот эти резинки разобьет. Нет, не разбивает. Второй год. Здесь они от амортизаторов от старых сделаны. Тоже резинки. Ну маленько сейчас ушла. Сайлентблок маленько от времени. Но они и старые были, со старых тоже амортизаторов. А что говорят гайцы? Ничего не говорят. Не знаю, пока не встречал. Ну хорошо. Тем не менее, в деревне, считай, живем. Ты где? Здесь, в районе Муромса. Ну что, все равно, это же не город. В городе Муромса. А, ну да. Здесь-то что? Да я же так, просто сейчас чистил оно. Привет, дорогие друзья! Ну что, друзья, что сказать вам, что пожелать вам в День защитника Отечества? День защитника Отечества – это одна из самых почетных и важных знаковых праздников в нашей жизни, в нашей сейчас. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Когда мы с гордостью... Блин, выключи. Здравствуйте, Владимир Петрович. Здравствуйте, Лен. Лен, там... Ну я ладно, это я так. Давай я тогда тебе микрофон включу, просто там тебя слышно не будет, оно от меня идет. Давай настраивайся, говори. Запись идет. Запись идет? Да. Дорогие друзья, День защитника Отечества – это один из самых важных и почетных праздников в жизни каждого человека нашей огромной страны. Этот праздник символизирует мужество, патриотизм, отвагу, силу духа. День защитника Отечества – это не просто... Блин, нет. Чтоб пошла. Пошла запись? Дорогие друзья! Сегодня 22 февраля, завтра. Дорогие друзья, дорогие зрители, поздравляю вас с 23. Дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие мои. Что это такое? Подписчики. Понятно. Тебе даже эти непонятны. Иди залазь сюда. Ну зачем? Ну вот тут вот. Ну и снег опять будут. Почему они будут снегом? Потому что в снегу вон. Опять.
Mm-hmm.